Что такое горная шория? Считается, что чуть ли не любой сибиряк знает ответ на этот вопрос. Однако сами жители этих мест вряд ли так думают, ибо традиционные представления об этом крае серьезно изменяются. Вчера, сегодня и завтра горной шории очень разные вещи. День вчерашний. На полвека запасов железной руды. Почти 10 тысяч рударей успешно перевыполняют план по добыче в шахтах сырья, губя при этом родную природу, вследствие технологической отсталости рудников и обогатительных фабрик. Добывается также золото с помощью драк, насилующих уникальные горные реки. Глушь, отсутствие дорог и нормальной связи. День сегодняшний. Добыча руды резко уменьшается. Главные потребители руды, металлургические комбинаты Новокузнецка, не оплачивают счета. Их долг рударям сотни миллиардов рублей. Отсюда масса социальных проблем. Возможность реконструкции рудников представляется проблематичной, так как запасы руды не так уж велики, и многие сомневаются, стоит ли овчинка выделки. Число рабочих мест сокращается, угроза безработицы становится реальной. Что дальше? Каким будет завтрашний день горной шории? Говорит глава администрации Кемеровской области Михаил Борисович Кислюк. Кузбасская модель развития экономики региона Кемеровской области, которая недавно утверждена и подтверждена указом президента России, включает в себя целый комплекс вопросов, целый комплекс отраслей. Главными, конечно, является угледобывающая отрасль, это гордость Кузбасса, это основная промышленная сфера, металлургическая отрасль, химическая. Но появляются новые, ранее неизвестные и, казалось бы, заведомо неэффективные. Ну, например, как производство сельскохозяйственных продуктов, пищевая и перерабатывающая промышленность, целая отрасль. Такая отрасль, как рекреация. Рекреация. Слово это не обиходное «пока», а означает оно восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда. Во многих странах рекреационное обслуживание является крупнейшей отраслью экономики. Итак, туризм. Зимний, летний и все, что с ним связано. Полноценный и самодостаточный бизнес в противовес экологически вредной добыче железной руды, хотя и ее, вероятно, будут продолжать добывать, так как металлурги без руды не могут. В Таштаголе отличная турбаза «Медвежонок» с двумя спальными корпусами. Горнолыжный комплекс в поселке Шерегеш. Популярные в районе туристические поезда и оборудованные для них стоянки. Детские и взрослые туристические маршруты. Вот, наверное, здесь можно несколько слов сказать
программе рекреации, которая входит в большую комплексную программу качества жизни. Я когда слышу заклинание, что только производство может вперед двинуть нашу великую Россию, это правильно, это никто не оспаривает. Но вместе с тем, вся программа Кемеровской области и ее кузбасская модель, она сориентирована прежде всего на конкретного человека. Что же человеку может дать эта модель? Ведь есть десятки стран в мире, где отсутствует вообще промышленность и промышленное производство. И вместе с тем люди очень хорошо живут. В чем же дело? А дело в том, что люди могут производить не только товары, не только промышленное производство, но они могут производить услуги. Так вот, как раз человека надо как бы облечь в такую очень тонкую, но в то же время осязаемую систему услуг. Зона рекреации как раз предусматривает целый комплекс и гостиничных услуг, и комплексных услуг по отдыху человека, по его спортивному развитию. У нас таких зон несколько, но одна из самых крупных и наиболее эффективных – это Горная Шория, город Таштагол. А ведь всего 5 лет назад на месте турбазы был пионерский лагерь, который к 1991 году практически полностью разрушился. Именно тогда администрациями Таштагола и Кузбасса была создана и взялась за дело фирма «Шория Тур». И уже через 2 года турбаза заработала в полную силу. Затем заново родился горнолыжный комплекс. Работы финансировали областной бюджет последние 2 года в рамках программы «Качество жизни» и некоторые промышленные предприятия Кузбасса. Весной 96 года для «Шории Тур» наступил звездный час. Так Господь уж одарил Кузбасс, что это одно из самых красивых мест в мире. Когда приезжают люди из Швейцарии, они восхищаются, называют это место второй Швейцарии. Когда приезжают с Австрии, они называют это место второй Австрии. Когда приезжают из Соединенных Штатов, тоже живописнейших мест, также говорят, что это очень похоже на Америку. На самом деле все похоже и все не похоже. Это отдельная, совершенно маленькая, но гордая страна, Горная Шория, которая населяет очень красивый вот древний народ, шорцы, и имеющий гигантскую культуру. Здравствуйте, люди! Добро пожаловать в наш неповторимый красивый таежный край с поэтичным названием Горная Шория. Ее коренными жителями являются шорцы. Это небольшая тюркоязычная народность. После войны национальная культура пришла в упадок, стали забываться родной язык, обычаи, обряды, и веками хранимые духовные ценности уходили в прошлое. И вот 10 лет назад вновь возродились обычаи, обряды, вновь зазвучали песни на земле Шории. Yeah.
Ой, да на чашку голова.